But I haven't got any. Oops, let me change it to the correct language. Okay, Indira, let me know if that works. Perfect. Okay. Hello and welcome to the USAID Asia Добрый день. In-person summit from evidence to action hosted by International. Добрый день, добро пожаловать на данный саммит сегодня. И мы находимся на заседании дискуссионной группы, которая называется «Гендерное насилие в обществах миграционных, в обществе, сообществах мигрантов в Центральной Азии». Сегодня мы используем платформу для лучшего партнерства. На этом заседании будут внимательно рассмотрены некоторые из текущих тенденций в области гендерного насилия в сообществах мигрантов в Узбекистане и пути их преодоления. На заседании будут обсуждаться не только факторы гендерного насилия, связанные с миграцией, но и вопросы, с которыми люди сталкиваются во время миграции, в частности, в текущей пандемии. Мы просим вас переименоваться, дать свое имя и в скобочках дать спикер вы или участник. Данное мероприятие записывается и будет также доступно после сессии. Также вы можете получить данное видео как в Microsoft Teams, так же и на сайте WinRock. Теперь я передаю слово госпоже Надире Саид Каримовой, которая является представителем WinRock International в Узбекистане. Надира, слово вам. Спасибо, что нашли время и присоединились, за ваш интерес. Сегодня в данной сессии также со мной будет Мерим Валадбаева, которая является специалистом по мониторингу и оценке нашего проекта. Она нам сегодня поможет в озвучивании всех вопросов, предложений, которые вы будете, мы надеемся, активно писать в чат. Я бы хотела рассказать кратко о нашем проекте и целях сегодняшней сессии. Но прежде чем переходить к такой нелегкой теме, у меня к вам небольшой вопрос, который совершенно не имеет отношения к сессии. Просто немножко отвлечься. Я попрошу М запустить вопрос. М, can you put on the first poll question? Yes, the questions will be on in one moment. The poll has been launched for the first question. Thank you. Мы запустили опросник для первого раунда вопросов. Исследовательские центры, международные организации. Отлично. Мы видим сразу онлайн-результаты. Подождем еще 5-7 секунд, пока все успеют ответить. Похоже на то, что большинство участников сегодня представители неправительственных организаций и международных организаций. Также с нами сегодня есть один эксперт. Замечательно, спасибо. Можно следующий вопрос? Can we go to the next poll question? Yes, we will move to the next poll question. Okay, the next poll question has been launched. Почему вы решили присоединиться к данной сессии? Заинтересовала тема и хочу активно участвовать в дискуссиях. Состав спикеров. Всем большое спасибо. Похоже, большинство заинтересовано в новых знаниях, которые будут применимы к работе. Также есть интерес к топику и, возможно, к теме мероприятия, а также возможность расширить профессиональные связи.
Большое спасибо, Эм. И еще один вопрос, который я говорила, не имеет отношения к сегодняшней дискуссии. Пришла идея задать его буквально на днях. Мы смотрели с детьми фильм «Назад в будущее». Если помните, там было путешествие в будущее, в прошлое. И хотелось бы задать вопрос, не могли бы в чате написать одним словом, если бы была возможность путешествовать на машине времени, вы бы выбрали прошлое или будущее? Прошу написать в чат одно слово, прошлое или будущее? Пожалуйста, все активнее. Угу. Будущее. Еще какие ответы у нас есть? Угу. Большинство у нас пишут будущее. Будущее, где есть вакцина и лечение против COVID. Отлично. Ну... Да, большинство выбрало у нас будущее. Я бы тоже, конечно, выбрала будущее. Как минимум для того, чтобы узнать, как и когда человечеству удалось достичь гендерное равенство и искоренить гендерное насилие. Большое спасибо всем за ответы. Я попрошу Эм запустить мою презентацию. Эм, can you put on my slides, please? Yes, absolutely. Please give me one moment. Thank you. Проект «Безопасная миграция в Центральной Азии» был запущен в прошлом году организацией WinRock International при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию USAID. Основной целью данного регионального проекта является содействие региональному сотрудничеству по продвижению безопасной миграции. Next slide, please. Безопасной миграции, снижение уязвимости к торговле людьми, риск групп населения, содействие улучшению идентификации и перенаправления жертв торговли людьми, а также расширение доступа жертв к качественным услугам. Следующий слайд можно, Эм? Эм, can you put on? Thank you. Качественным услугам. Вместе с тем, одной из задач проекта является содействие в продвижении учета гендерной специфики в разработке и реализации программ по поддержке жертв торговли людьми и мигрантов. Гендерное насилие в сообществах мигрантов является серьезной проблемой на пути к обеспечению безопасной миграции мигрантов всего мира. К сожалению, эта проблема не обошла стороной и наш регион, Центральную Азию. Можно следующий слайд? Next slide, please. Can we go to next slide? Thank you. Сегодня на этот вопрос нам помогут раскрыть Ширин Рашидова. Она является председателем ННО НИХОЛ Республика Узбекистан. Нина Косюк, председатель общественного фонда ДМТУ Республика Казахстан. И Назифа Камалова, председатель ННО ИСТХЛОЛ АВЛАДА Республика Узбекистан. Мне бы хотелось, уважаемые спикеры и участники, мне бы очень хотелось, чтобы мы подошли к этой теме путем нескольких рассмотрения нескольких аспектов. Первое – это то, что гендерное насилие является фактором, который выталкивает женщин в миграцию. То есть, будучи жертвой различного рода насилия на своей родине, для женщины становится единственным возможностью побега – это выезд за рубеж на работу. Это бывают как жертвы домашнего насилия со стороны супругов, так и жертвы домашнего насилия семей мигрантов, их супругов, которые уже выехали в миграцию. И оставшись наедине с семьей, без супруга, они, к сожалению, женщины становятся жертвами физического и психологического насилия, и это становится фактором, выталкивающим женщин в миграцию. Следующая призма, аспект – это тогда, когда женщины в миграции сталкиваются с насилием, как со стороны своих сообществ, будучи уже в миграции, внутри сообществ мигрантов, так и со стороны работодателей.
Следующий аспект – это, разумеется, такая основополагающая красная нить – это когда происходит сексуальная эксплуатация, то есть это в чистом виде торговля людьми, и гендерное насилие происходит с жертвами торговли людьми, с женщинами, попавшими в сексуальную эксплуатацию. Следующий аспект, который, к сожалению, стал новый, появился вызов, аспект, это то, что в результате распространения коронавируса увеличились случаи, участились случаи гендерного насилия в сообществах мигрантов. Когда женщины остались в заперти со своими семьями в миграции, когда женщины остались в заперти со своими работодателями в миграции. Как результат вот этого карантинных мер, к сожалению, увеличились случаи домашнего насилия против женщин. Еще один немаловажный аспект, с которым я лично сталкиваюсь ежедневно, и я уверена, все представители ННО сегодняшние с этим сталкиваются, это то, что очень мало исследований на эту тему, невозможно найти никаких цифр, никаких данных. То есть, чтобы разрабатывать какие-то программы помощи, нам не на что опираться. То есть такой подход, как подход, основанный на данных, evidence-based programming, зачастую очень сложен, особенно в нашем регионе, в наших странах. Вот эти пять аспектов мне хотелось бы, чтобы мы подробно рассмотрели. Первое слово я передаю нашему первому спикеру сегодня. Ширина Авзаловна, передаю вам слово. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением по данной теме и расскажите об опыте ННО НИХОЛ в оказании помощи жертвам домашнего насилия. Добрый день всем. Добрый день, коллеги, участники сегодняшней встречи. Во-первых, спасибо большое за то, что пригласили участвовать и рассказать о нашей организации, о нашем опыте. Если можно, нашу презентацию. Да. Вот. Центр развития и поддержки инициатив НИХОЛ – это неправительственная, негосударственная организация, которая существует с 2003 года. В 2006 году мы прошли перерегистрацию. Ну ладно, я так расскажу. И зарегистрировались 15 сентября 2006 года. Наша организация работает, можно следующий слайд. Наша организация работает, основные цели нашей организации, нашего центра, это всестороннее содействие развитию и поддержке инициатив граждан, особенно это молодежи и женщин, инвалидов, и особый упор мы делаем здесь на сельское население. В использовании прав, свобод, строительство гражданского общества, развитие демократизации общества и прогресса. Следующий слайд. Наша организация работает по четырем направлениям. Это молодежная программа, где мы работаем. Многие направления есть. Это и повышение информированности молодежи, в частности, сельской молодежи нашей Ташкентской области, потому что ННО НИХОЛ работает по Ташкентской области, это региональное ННО. Здесь мы проводим информационные какие-то кампании, акции образовательные и молодежные лагеря совместно с нашими партнерами. Это агентство по волонтерству, по развитию волонтерства Узбекистана в Ташкентской области. Женская программа. В женскую программу входит тоже это и психологическая поддержка, и информационная тоже, и образовательная, и правовая поддержка. В частности, правовая поддержка. Вот мы 2 года назад разработали Android-приложение по правам женщин. Вот недавно мы его перевели. У нас было продолжение этого проекта. Мы обновили его, перевели уже на узбекский язык. Оно готово уже. Сейчас оно идет на согласование с юстицией. И буквально через 2-3 дня мы это Android-приложение уже можем рассылать и ссылки, и надеюсь, что мы сможем оказать многим женщинам помощь именно по правовому
направлении, по юридическим вопросам, которые обычно женщины обращаются к юристам нашей организации и не только. Вот. Третья программа – это программа работы с людьми с инвалидностью и их семьями. Здесь тоже мы работаем, в основном упор делаем на женщин-инвалидов и женщин-матерей, которые имеют детей-инвалидов. Здесь тоже проводятся различные программы при поддержке, как психологической поддержки, так и правовой поддержки. И одна из наших, как сказать, молодых программ, это программа по предупреждению случаев нелегальной миграции и торговли людьми. Мы в эту программу включились 5 лет назад. За это время мы провели более 5 проектов, реализовали, которые направлены и на профилактику торговли людьми, и на поддержку, реабилитацию, реинтеграцию жертв торговли людьми. И также оказанию всевозможной помощи, как и психологической, так и юридической, так и материальной помощи тоже. Следующий слайд. Во время пандемии мы, когда начался карантин, ОДН Юксалеш, это общенациональное движение, как бы выступило с инициативой к неправительственным организациям, чем они могут помочь. А, это еще следующий слайд тоже можно, Ан. Чем ННО могут помочь своим целевым группам, которые остались в изоляции, потому что был строгий карантин, и мы не могли никуда выезжать, а связь с целевой группой должна была не прерываться. И мы обратились к нашим, не к нашим, ко всем психологам, которых мы знаем, кинули клич, как говорится, и создали вот такой вот психологический канал-бот оказания психологической помощи, первой психологической помощи людям в кризисных ситуациях, в том числе женщинам, пострадавшим от насилия и жертвам торговли людьми. На тот момент нас поддержали, что это очень радостно было, более 100 психологов, которые готовы были оказывать бесплатную психологическую помощь, потому что вы сами все знаете, что психологическая помощь и услуги психологов, они всегда были и есть не дешевые, да, вот так мы скажем. И по сегодняшний день у нас работают более 30 психологов, потому что за время карантина и послабления карантина многие психологи, которые нам помогали, ушли уже на работу, но все равно по мере возможности они всегда заходят на канал, они помогают нам. Вот. На сегодняшний день у нас где-то более 3000 обращений. Постоянных у нас подписчиков это 700 человек. Мы оказали помощь где-то около 2000 женщинам, и не только один, как говорится, такой пример, что на наш психологический канал бот обращались не только женщины. Были случаи обращения и мужчин, которые точно так же подвергались и домашнему насилию со стороны женщин. Очень много было обращений женщин именно из жен мигрантов, которые оказались в изоляции здесь, а мужья оказались, не смогли, остались там, работая, и даже некоторые остались без работы, и они просили оказать помощь и как материальную, так и юридическую, так и психологическую, потому что, как Надира, вы заметили, да, были вот эти вот негативные явления со стороны своих семей, да, со стороны семей своих мужей, свекры, свекрови, которые постоянно издевались над этими невестками, потому что только муж не мог прислать деньги, они, как говорится, называли их нахлебниками. Очень много было таких случаев. Совместно с Хакимиатом Ташкентской области мы старались помогать этим женщинам. Некоторым была оказана и юридическая помощь. Во время строгого карантина трех женщин мы просто вывезли к своим родителям при помощи и у УВД Ташкентской области, которые предоставили машины, потому что тогда невозможно было ездить и, как говорится, оказывать адресную помощь. Вот, как говорится, немного коротко о нашей организации. Ну, наша организация работает еще и по экологическим
проблемам. У нас тоже есть экологические проекты тоже. И сейчас также мы вот готовимся обучить, подготовить более 30 волонтеров. Сейчас совместно с агентством по развитию волонтерства мы готовим программу зимнего лагеря «Стоп торговлю людьми 2020» мы хотели, но у нас получается 2021 по подготовке волонтеров, по проведению информационных кампаний по предотвращению торговли людьми. Это сейчас у нас, как говорится, в планах. Сейчас мы работаем над программой, над планом работы совместно с нашими партнерами, в том числе и комиссией по противодействию торговли людьми. Ну, вот так коротко о нашей организации, о нашей деятельности. А еще хочу одно добавить. Наша организация в этом году оказала помощь уязвимым мигрантам. Мы впервые оказали помощь гражданам Республики Гана, которые здесь оказались у нас обманутыми в Узбекистане. Мы при поддержке МОМ и с нашими юристами, и с хакимиатом города Ташкента мы нашли, сделали все документы, подготовили, и успешно буквально за один день до начала строгого карантина мы всех их отправили домой, которые до сих пор нам пишут и благодарят за то, что мы им помогли вернуться на родину. Вот такой тоже был случай. Спасибо за внимание. Да, то есть, да, Узбекистан уже становится и страной назначения, новые тренды для жертв торговли людьми, к сожалению. Ну, 1700 женщин обратились и получили у вас психологическую помощь. Да. Мне даже страшно представить, сколько женщин не нашли, куда обращаться, и так и остались без психологической помощи. То есть это огромная цифра, конечно. Но ваша это, Ширин Авзаловна, вот этот опыт вашего ННО в инновационном предоставлении психологической помощи, а насколько я знаю, сейчас изучают и другие ННО, международные организации, и даже госсекретарь США Майкл Помпео написал об этом успешном опыте в своем твиттере. Мне кажется, этот опыт многим может быть интересен и участникам сегодняшней сессии. А могли бы вы поделиться тем, насколько сложно было организовать вам такого рода 24 часа в сутки психологическую поддержку? Какие были, ну, скажем, основная сложность в организации, главная сложность какая была? И какие основные запросы вы получаете по вот данному направлению? Не могли бы поделиться. Да, тогда, когда общенациональное движение «Юксалиш» вот обратилось с такой инициативой, мы думали с нашими, вот у нас есть команда психологов у меня в организации, да, мы вместе думали, как же на самом деле оказать эту помощь, как это можно сделать. Техническую поддержку нам оказала ОДН, они создали бот, разработали вот эти вот технические моменты, да, по работе в боте. Мы, честно говоря, мы боялись, что никто не откликнется. Мы боялись оказаться одними, там, 2-3 психолога, мы вот этого очень боялись, потому что, ну, сами знаете, карантин, у каждого свои проблемы дома, да, вот это вот. Нету работы, мы очень боялись, но когда мы, как говорится, кинули наше воззвание, обратились ко многим организациям, просто написали в многие группы, мы были очень удивлены, что это получилось, около более 100 психологов обратилось, которые готовы были помогать нам, это только были не только с Ташкента, Ташкент, это по всему Узбекистану, у нас работали психологи со всего Узбекистана. Но что интересно, к нам обращались даже и мигранты, и просто переехавшие люди за границу, наши соотечественники, которые из Европы, например, из Дании нам писали, из Норвегии писали, с Австралии были ответы. Просто поддержка психологической помощи именно в момент вот этого вот строгого карантина, страхи по ковиду, панические атаки какие-то, проблемы в семье, в семьях. Вот, и потом, устроив, как говорится, Zoom с нашими, с этими психологами, Zoom-встречу, мы
совместно разработали принципы работы в этом канале, потому что каждый психолог хочет ответить, но есть время определенное, которое мы должны быстрее ответить этому человеку. Мы разработали принципы работы в группе, принципы работы в боте, то есть когда поступает вопрос, мы ждем первые три ответа на этот запрос, на это обращение, и потом уже когда соглашаются многие, говорят, да, вот этот вопрос, он более правильный, потому что все-таки там были, есть профессиональные психологи, и мы не могли никого ущемлять, потому что у них у каждого есть свой опыт, своя методика, да, работы с обратившимися. Потом мы, наш технический работник отвечал, выставлял этот ответ обратно тому, кто обратился. Нам помогали переводчики, потому что были проблемы, кто на русском отвечал, кто на узбекском отвечал, были вопросы и на английском языке. Мы стараемся, в общем, учесть все пожелания, все возможные и невозможные проблемы, которые могут возникнуть в ходе работы этого психологического бота, который до сих пор существует у нас. Вот. Отлично, спасибо большое. Ширина Взаловна, еще один такой вопрос. Вы вообще первые были ННО, от которого я услышала о такой проблеме, как о таком аспекте, как то, что я сегодня озвучила, что гендерное насилие является фактором, выталкивающим женщин в миграцию. Я от вас впервые услышала об этих проблемах невесток и свекровей, что пары, поженившись в долгах, вынуждены покрывать долги за свадьбу, мужчина уезжает в миграцию, здесь женщина, молодая невестка остается, становится жертвой физического, психологического насилия со стороны свекрови, и это ее вынуждает тоже ехать вслед за своим мужем. Это вы буквально года два назад подняли этот вопрос, от вас я это слышала. А как сегодня с этим состоит дело? Стало ли больше таких случаев, меньше таких случаев? Вот именно как выталкивающий фактор, что вы можете о насилии? Ну, можно сказать, что больше, да, учитывая то, что мы проводим постоянный мониторинг и анализ наших обращений, да, обращений женщин в телеграм-канал, потом по горячим линиям у нас работают тоже психологи и юристы. Да, это есть, это возрастает, потому что особенно в период пандемии, карантина, да, это вопрос стал особенно горячим, потому что многие невестки, на самом деле, жены звонили, что оказались вот в такой ситуации, муж там, она с детьми здесь. Я вот сейчас вот говорила об этом, что во время пандемии мы помогли трем женщинам вернуться к себе домой, к своим родителям. Была проведена работа в одной семье, родители не принимали девушку обратно, но там поработали психологи, и волонтеры, и хакимят, и который замхаким по Ташкентской области по вопросам женщин нам очень помогла в этом моменте УВД у Ташкентской области. Мы этих трех женщин перевезли к ним, к своим родителям домой, потому что ситуация была у них в семьях очень напряженная, а особенно это было почему-то, мы были очень удивлены со стороны свекрови здесь. Именно вот три ситуации, когда именно свекрови вплоть до рукоприкладства доходило, что они били своих невесток, только из-за того, что, видите ли, сыновья не могут прислать деньги, не может прислать, потому что там не работает. А твои дети много кушают. Почему они кушают? В одной семье вплоть до того, что на холодильник был одет замок, свекровь повесила замок и сказала, будете кушать тогда, когда я разрешу не более трех раз в день. А там были маленькие несовершеннолетние дети. Вот, услышав об этой ситуации, отец этой девочки был, конечно, в шоке и забрал их. Да, это и есть увеличение. Безумно печально. Безумно печально это слышать. Да. Спасибо большое, Ширина Взаловна. Я вот на время смотрю. Нам нужно успеть еще пообщаться с другими спикерами. Присоединяйтесь к вопросам, к следующим спикерам тоже. Прежде чем мы перейдем, я попрошу вывести на экран следующий вопрос к аудитории. M, can you put on, please, the next poll question?
Yes, I will pull up the next poll question at the moment, right now. А сейчас я покажу следующий вопрос. Nadir, is this the correct question? Yes. Это правильный вопрос, да. Были ли вы когда-нибудь в отношениях, в которых вы подвергались домашнему насилию, либо вы лично знакомы с теми, кто подвергался когда-либо домашнему насилию? Ну, картина складывается такая, что среди нас нет ни одного человека, кто впервые слышит об этом. К сожалению, большинство на данный момент, 83 человека, 83% слышали, сами были, либо знакомы с людьми, кто был в ситуации домашнего насилия, уже 85%. 15% не знакомы ни с кем лично, но знает, слышал о таком когда-либо. Ну, спасибо огромное всем. Каждый ответ очень важен. Следующий спикер знаком с данной темой не понаслышке, не по отчетам. Этот человек работает в шелтере, является психологом и оказывает психологическую, социальную помощь жертвам домашнего насилия, жертвам гендерного насилия среди мигрантов, а также является координатором ряда программ по противодействию торговле людьми и председателем НПО. Нина Борисовна, передаю вам слово. Спасибо большое. Всем добрый день. Наша организация представляет север Казахстана, это Кустанайский регион Казахстана, это приграничная территория, где мигранты не только приезжают к нам, мигранты, но идут транзитом, и тут же мы принимаем тех мигрантов, которые имеют запрет на работу в Российской Федерации и, соответственно, застревают здесь, и мы их уже потом переправляем уже в Республике Центральной Азии. Наша организация работает по проблеме оказания помощи жертвам торговли людьми уже с 2001 года. Оказание помощи мигрантов, мы работаем уже в этой сфере, только мигранты еще, мы работаем около 5 лет. И, конечно же, нужно говорить о том, что в Казахстане нет приютов, где бы мигранты, которые оказались жертвами торговли людьми или жертвами бытового насилия, не получают помощь, именно государственную помощь. Всю помощь мы оказывали через Международную организацию по миграции, чтобы мы могли им помочь. Я бы хотела, если, конечно, мне предоставят такую возможность, показать презентацию по тому исследованию, которое было проведено в рамках проекта «ЮСАИД. Влияние COVID на трудящихся мигрантов». Данное исследование было проведено вот в рамках проекта «ЮСАИД и реализуемое Winrock International. Я надеюсь, экран видно, да? Да, видно, Нина Борисовна. Сейчас я сделаю слайд-шоу, извините, чтобы сразу это было сделано. Данное исследование мне было любезно предоставлено сотрудниками Winrock International, которые находятся у нас в Казахстане. Я бы хотела сделать акцент именно на женщинах, потому что женщины – это сейчас неотъемлемая часть мигрантов. Если раньше в миграцию отправлялись только мужчины – то уже то исследование, которое мы провели в 2019 году на границе, нам показало, что очень много женщин отправляется в миграцию, причем женщины не просто едут за своими мужьями, но женщины сами едут в миграцию уже вместе с детьми, даже вместе с детьми, что
делает их еще более уязвимыми в миграции, потому как они отвечают не только за себя лично, но и за своих малолетних детей, которые они везут с собой. Данное исследование было проведено во всех регионах Казахстана и охватило 358 человек, из которых 119 были женщины. И мы видим, да, что женщины были из Таджикистана, из Узбекистана и Кыргызстана. Женщины из Узбекистана и Кыргызстана были более доступны, чем женщины из Таджикистана, потому как они более закрытая группа в Казахстане здесь. Узбекские женщины и женщины из Кыргызстана, они более доступны и они более открыты были для исследования, вот, которое было проведено у нас в Казахстане. Мы смотрели, как карантин, какое влияние карантин оказал на женщин, именно вот, находящихся в миграции. И мы видим, что это исследование проводилось в августе месяце, мы видим, что очень многие женщины не имели работу на период проведения исследования и не имели работы в период карантина. В период карантина еще больше из них не имели работы, жесткого карантина, который был в Казахстане. Какими проблемами столкнулись женщины-мигранты в период карантина? Чаще всего это было отсутствие дохода. Многие из них не имели работы, хотя они привыкли в миграции именно работать и сами отвечать за свою семью и посылать еще деньги для своей семьи в страны Центральной Азии. У них не было продуктов, не было средств защиты, ну и очень мало было отсутствия безопасного жилья и буквально там два или три человека сказала, что не было связи с родными и близкими из стран Центральной Азии. Но основные моменты – это, конечно же, отсутствие дохода и отсутствие продуктов. Если посмотреть на безопасность женщин-мигрантов, да, мы спрашивали, чувствуют ли они себя в безопасности в Казахстане. И нужно сказать о том, что около 10% женщин сказали о том, что они чувствуют себя небезопасно в Казахстане. Причем вы можете увидеть, что, опять же, женщины из Узбекистана и Кыргызстана, они это те женщины, которые больше работают в Казахстане, потому что женщины из Таджикистана, они более сидят дома, готовят еду, очень мало из них работают в принципе, потому что они едут в миграцию за мужьями и помогают мужьям в миграции. То женщины Узбекистана и Кыргызстана показывают о том, что они работают, но чувствуют себя небезопасно. Некоторые не хотели об этом совсем говорить, и когда мы начинали спрашивать, от кого они испытывают, ну, кто насилие совершает по отношению к ним, здесь, конечно, мы увидели, что основная масса говорит о том, что насилие совершают работодатели и граждане Республики Казахстан. Но опять же, работодатели – это опять те же граждане Республики Казахстан. Они сталкиваются как раз с насилием со стороны граждан Казахстана. А если посмотреть по регионам, мы видим, что более небезопасные районы – это южные регионы Казахстана. Тут же они указывали, я не показала этот слайд, но тут же они говорили о том, что в южных районах Казахстана у нас не очень хорошее отношение к мигрантам со стороны наших граждан. К ним относятся хуже, чем к тем же согражданам, и намного хуже иногда относятся. Северные регионы отличаются более гостеприимным отношением и более гуманным, наверное, отношением к мигрантам, потому как здесь они себя чувствуют в большей безопасности. Это мы говорим о том, как в Казахстане, насколько они подвергаются насилию в Казахстане. Потому как, так как мы оказываем помощь с 2001 года жертвам торговли людьми, из всех жертв, которых мы вернули в страны Центральной Азии, из тех жертв мигрантов, именно которые оказались торговли людьми, у нас было только 5% женщин. Все остальные были мужчины. Поэтому здесь, конечно, нужно говорить о том, что...
That's why we need. Извините. Am we somehow here, Indira? Okay, I will make sure we can stop that. Please give me one moment. Можно я продолжу? Нина, а вот, да, да, да. А Нина, а вот именно по вопросу насилия были ли затронуты в данном исследовании? Да, в этом исследовании и были затронуты насилие и нарушение прав, и насилие, и вот все основные вопросы были затронуты, но мы взяли только небольшую выборку, чтобы показать, потому что основная mm-hmm. презентация исследования у нас состоится 13 ноября, и это очень большое исследование, очень глобальное исследование. Я думаю, что WINRAC International покажет все эти данные в сравнении, гендерном сравнении именно мужчины и женщины. И действительно там очень замечательные результаты, которые заставляют задуматься о как раз о положении мигрантов в Казахстане, об отношении к мигрантам и к мигранткам тоже. Ну, то есть мы взяли всего лишь несколько цифр, которые показывают, насколько распространенность именно распространенность насилия среди женщин в миграции со стороны вот как раз граждан Казахстана, как они здесь подвергаются насилию, да, в Казахстане. Хорошо. Понятно. Наша организация, так как мы находимся на северном регионе, что мы делаем? Мы в рамках проекта Международной организации по миграции, в рамках норвежского проекта оказывали и гуманитарную помощь в период карантина, документировали, очень многих вернули домой. Мы проводим проект по интеграции, когда человеку помогаем организовать свой бизнес, получить профессию, организовать свой бизнес. Мы идентифицировали, оказывали помощь жертвам торговли людьми в период карантина. Вот здесь я бы хотела обратить внимание на проект Международной организации по миграции в рамках проекта USAIDA, да, о том, что мы оказывали покупали продуктовые наборы и раздавали именно женщинам-мигранткам, потому что у нас их тоже очень много. Мы их выделяли как самую уязвимую группу и оказывали им в большей степени помощь, потому как они были не одни, за ними всегда стояли дети. А вот на первой фотографии женщина, у которой трое детей, они с собой в миграции, да, муж и трое детей. А на второй фотографии женщина, которая без мужа воспитывает двоих детей, поднимает их самостоятельно. Вернуться в Узбекистан она не может, потому что ей не к кому там возвращаться, у нее не осталось там родственников, и она решила остаться здесь, в Казахстане. Или же третья женщина, которая находится в положении и ожидала ребенка, и она осталась... соответственно, без работы, без mm-hmm. возможности трудоустроиться уже в этот период. И муж точно так же остался без работы. Вот такую помощь мы оказывали мигрантам как раз в период карантина. Yeah. И, соответственно, мы им оказывали, ну, соответственно, и психологическую, и юридическую помощь. Мы старались всесторонне подойти к человеку, потому как знаем, да, то есть если в Казахстане там наши граждане могли получить хотя бы 42 500, могли обратиться в медицинские организации какие-то, которые оказывают медицинские услуги, да, или психологические там кризисные центры, то мигранты остались у нас в Казахстане как бы за бортом. Да, ни денег, да. Ни дохода, ни помощи какой-то. И это, я считаю, очень проблемная ситуация. Даже если посмотреть на те заторы в Казахстане, которые были на границе, когда на приграничной территории до 3-5 тысяч мигрантов собирались для того, чтобы пересечь границу. И, конечно же, отсутствие элементарных условий, отсутствие питания, отсутствие денег, все это приводило к повышенной агрессивности в среде мигрантов. Нина Борисовна, а были случаи гендерного насилия именно вот в этих приграничных зонах, как результат скопления, как вы говорите, агрессия накопившаяся? Были ли такие случаи, может быть, я знаю, ну, вы не на юге работаете, тем не менее, не на приграничной зоне? Нет, знаете, конечно же, насилие было, но вопрос в том, что...
эти факты чаще всего не регистрируются и замалчиваются просто-напросто. Просто-напросто замалчиваются. И если сотрудники неправительственных организаций, которые работали в тех местах, да, в тех горячих точках, они оказывали помощь на своем уровне, там и психолог с ними работал, и юрист с ними выезжали, работали, продукты раздавали, там тоже оказывали комплексную помощь, но местные сотрудники полиции, они это вот не регистрировали, так как это, ну, во-первых, это не их территория, и это не их граждане, да, зачем лезть еще туда, там и так своя напряженность была. Ну, зачастую, и, да, сами не хотят, да, обращаться жертвы тоже. И полиции, да, и они не хотят, так как... Не верят в правосудие и так далее. Да, да, высокая коррупция среди представителей наших государственных структур, конечно же, дает о себе знать и не дает возможности все это показывать. Нина Борисовна, вот вы упомянули о психологической помощи мигрантам и жертвам насилия мигрантам, женщинам. А с какими проблемами вы сталкиваетесь при оказании психологической помощи? Может быть, языковые барьеры? А может быть, вопрос доверия, вот насколько вот женщина из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, которая находится в Казахстане, открыта к работе с вами, какие сложности именно вот психологической помощи у вас бывают? Конечно же, никто не говорит об языковом барьере. Даже в исследовании, даже когда мы проводили исследование, мы старались, чтобы наши интервьюеры говорили именно на том языке, который они понимают. И, соответственно, когда идет понимание, языковое понимание, то, конечно, уменьшается барьер доверия, да, то есть... Доверие становится больше, будем говорить так, когда мы говорим на языке мигранта. И, но вы знаете, когда человек загнан в угол своими проблемами, то он уже готов довериться кому угодно, лишь бы ему оказали помощь. Потому что когда я еще раз, наверное, повторюсь, когда ты отвечаешь только за себя, ты можешь выдержать ситуацию. А когда на тебя смотрят голодные дети, плачущие дети, которые что-то от тебя хотят, здесь ты готов пойти на все, что угодно. И это, я считаю, очень большая проблема. Женщина наступает на себя, наступает на свои какие-то ценности и принципы и идет на любую работу, лишь бы заработать хоть как-то накормить своих детей. Да, я вас поняла. Нина Борисовна, спасибо огромное. Я смотрю на время, нам нужно еще успеть к следующему спикеру. В конце у нас будет дискуссионная, я надеюсь, вы еще поделитесь своим опытом. Большое спасибо, передаю слово. Назифа Мирзалиевна, вам слово, если можно. Я знаю, у вас несколько слайдов посвящено деятельности вашего. Ну, если можно, сделать... более краткий обзор общей деятельности и больше фокус именно на работу по направлению гендерное насилие среди мигрантов. Большое спасибо. Да, спасибо, уважаемые слушатели, спасибо, Нодар Охон. Я постараюсь быть очень краткой, но у меня здесь был один кейс, который мы хотели обсудить. Я постараюсь больше времени уделить этому кейсу. Назифа Камалова, я работаю в ННО «Стекла Лавлады». «Стекла Лавлады» у нас был создан в 2003 году, и самая первая проблема, с которой мы начали работать, это проблема домашнего насилия. Затем мы посмотрели, что проблема домашнего насилия стала выталкивающим фактором в миграцию, и мы начали активно заниматься противодействием торговли людьми и снижением рисков нелегальной миграции среди населения. Также наш центр активно занимается реабилитацией и реинтеграцией уязвимых слоев населения. Оказание прямой помощи уязвимым слоям – это юридическое, психологическое и социальное. И, к сожалению, когда мы начали работать с теми мигрантками, которые находились на территории других стран, пользуясь их уязвимостью, они оказывались
завербованы в насильственный экстремизм. У нас есть несколько таких случаев. И мы плавно перешли на еще одну деятельность – это противодействие насильственному экстремизму и радикализации. Вы знаете, в Узбекистане это две операции – Мехр-1 и Мехр-2. Мы активно поддерживаем этих женщин, непосредственно тех, которые не были виноваты и имеют детей. Мы с ними продолжаем работать по реинтеграции и реабилитации. Мы получили государственный заказ на это финансирование. Также, как сопутствующий фактор женщин-мигрантов, это противодействие распространению ВИЧ-инфекции. В 2020 году наш центр получил государственный заказ по оказанию помощи жертвам домашнего насилия в период пандемии, и мы создали шелтер. Здесь оказана помощь, государственный заказ мы получили от государства. Непосредственно более 92 женщины в период март-ноябрь проживали в данном шелтере. 321 консультации было оказано по телефону доверия. Возбуждено 2 уголовных дела с трудом в отношении агрессоров. Привлечены более 11 насильников, из них 4 насильника, которые находились на территории России. Они уехали вместе с семьями и там проявляли насилие в отношении своих жен. И во время пандемии они вернулись домой, жены обратились на горячую линию, и наш юрист оказал содействие, и 4 жертвы-мигрантки, жертвы гендерного насилия на территории России, пострадавшие от своих же мужей, возбуждено административное дело, и мы выиграли процесс. Также, Нодрахон, если вы отслеживаете средства массовой информации, у нас установлено социальное партнерство с Кабинетом министров и Министерством по поддержке Махали, семьи и МВД, и мы в этом году выдали 6 квартир нашим пострадавшим женщинам от гендерного и сексуального насилия. Среди них 3 жертвы торговли людьми, которые в миграцию подались как выталкивающий фактор из-за того, что дети имеются, нет мест проживания, мы смогли это все доказать. В Республике Узбекистан принято 285-е постановление президента, где говорится о том, что льготная выдача квартир. То есть женщины должны быть трудоустроены и оплачивать квартиры. Но мы добились бесплатной выдачи и трудоустроили данных женщин. Потому что мы доказали, что они уязвимы, что им нет возможности оплачивать кредитные пакеты, поэтому 6 квартир выдано безвозмездно. Не буду долго останавливаться на этом слайде, потому что по трудовым мигрантам из Центральной Азии всегда мы понимали он, а сейчас очень много слышно, как появилась она. Сложная экономическая ситуация, насилие в семье бросает вызов традиционной роли женщины в обществах Центральной Азии. Я вот один из примеров приведу. Вот просто человек садится на поезд и в самолет из безысходности едет туда, куда вот попало. Вот буквально куда попало, лишь бы уехать отсюда, от дискриминации, от стигмы, от насилия. В 2020 году из России мы вернули 103 жертвы домашнего насилия, которые пострадали в миграции тоже. По возвращению она подвергается стигматизации в родном обществе, в родной семье по признаку пола. Из 103 женщин, 32 женщины по возвращению подали на развод. И сейчас мы занимаемся бракоразводными процессами. Анализ причин обращения в наш центр, приводящих к миграции, это основная причина, по которой женщины решают мигрировать, будь это в одиночку с мужем или с другими членами семьи, все-таки стремление увеличить свои доходы, оказать финансовую поддержку семье, и большие доводы они отводят своим детям. Они не видят будущее детей здесь среди родственников. К этому слайду вы можете просто отнестись, это я привела примеры, что женщины подвергаются особому риску миграции, то есть вдвойне уязвимые, как женщины жертвы домашнего насилия и как другого, или другого вида насилия, и как лица, вовлеченные в миграцию. В миграции тоже есть риски их стать теми самими жертвами домашнего насилия или же подвергнуться риску стать жертвой торговли людьми. Таких случаев у нас очень много. Здесь я показала сексуальное и гендерное насилие в сообществах мигрантов. Я не буду долго останавливаться, об этих причинах я сейчас расскажу в презентации.
У нас кейса, я решила это озвучить, потому что это волнует многие страны, потому что женское лицо, здесь портрет той мигрантки, которая встречается почти во всех странах. Малита в 19 лет вышла замуж по велению родителей. Муж после 2 месяцев проживания уехал в Россию. 2 месяца прожил и уехал в Россию. Приехал через 8 месяцев. Прожил 3 месяца и опять уехал. После его отъезда Малика поняла, что беременна. Начались проблемы в семье. Свекровь подозревала и все время оскорбляла ее, что невестка нечиста, что она на улице забеременела, что она легкого поведения. Брошенные жены мигрантов часто остаются наедине со своей судьбой, не имеют права голоса в семье, абсолютно никакого. Особенно в семье своего мужа. Об этом сейчас Ширин Авзаловна тоже говорила. Оказывается, в зависимости от родственников и родителей мужа. Не вытерпев унижения, она обратилась к своему отцу, и тот взял билет и отправил ее к мужу. Там они жили в одной комнате вместе с 5 односельчанами. Они бригадой уехали, муж-строитель, забрал 5 людей. Они в одной квартире жили. Он постоянно унижал и оскорблял ее, иногда даже избивал. После родов ситуация стала еще хуже. Ребенок родился с сердечной недостаточностью и умер. Муж начал проявлять сильное насилие. В один из вечеров ее муж 3 раза сказал «талак». Согласно Корану, тройное провозглашение этой религиозной формулы считается оформленным разводом, который муж дает жене. И оставил ее своим друзьям. Ее насиловали и говорили ей, что они ее купили и будут использовать до тех пор, пока есть силы. После нескольких дней, испугавшись, что она будет обращаться в правоохранительные органы, ее сбросили с 5-го этажа. Но она не умерла. На всю жизнь осталась инвалидом. С большим трудом, это мы дошли до Министерства здравоохранения, ее вернули на родину, это год тому назад было. В Узбекистане она стала изгоем общества, никто ее не понимает. Полностью идет дискриминация, стигма в отношении нее. Ее родная семья не приняла, отец не принял. Он сказал, что если она была бы не виноватой, то этого не случилось. Муж придумал такую историю, что она там загуляла, и когда он начал разборки вести, она спрыгнула с 5-го этажа. В Узбекистане ее прославили как проститутку. И я бы хотела просто обратиться, так как времени у нас, наверное, совсем нет, я бы хотела провести дискуссию, но я думаю, что это можно подумать самим, каждым из нас. Какие мероприятия нужны и необходимы для реагирования на нужды жертв сексуального и гендерного насилия среди сообществ мигрантов в странах назначения и в странах происхождения? Обязательно. Я предлагаю этот вопрос как раз в чате описать нашим участникам. Уважаемые участники, не могли бы накидать в чат свои ответы? Что можно сделать, чтобы предотвратить, во-первых, вот меры, необходимые для реагирования на нужды жертв сексуального и гендерного насилия? Какие меры можно предпринимать всем сторонам, как госорганам, ННО, так и международникам? Я сейчас вопрос скину в чат, и я бы хотела, чтобы мы в целях предотвращения сексуального и гендерного насилия наша сегодняшняя группа подумала среди сообществ мигрантов и в родных семьях, необходимо определить, понять устранение причин сопутствующих факторов. Это по осведомленности разработать стратегию, предоставление прав женщинам, поведение, здесь муж, поведенческий признак своего мужа родного и отношение к данной проблеме. Я бы очень хотела, чтобы наша группа подумала и могла разработать данную стратегию, потому что я вижу, здесь сидят эксперты. Но, Драхон, я благодарю на данное мероприятие. Большое спасибо. Уважаемые участники, большое спасибо. Хотела бы также упомянуть, что у Назифа Мирзалиевны огромный опыт также и в ведении шелтера, и она является членом Национальные комиссии по противодействию торговле людьми и принудительному труду. У нее огромный опыт в этих вопросах. Большое спасибо, что поделились своим опытом. А есть ли у участников вопросы и предложения на заданные темы? Пожалуйста, просим написать в чат. Тем временем нам уже вот по времени смотрю, нужно закругляться.
пока вы бросаете вопросы в чат, у нас есть пару таких заключительных опросов к участникам. Пожалуйста, Эм, can you put please the final poll questions? Yes. About how optimistic that the gender-based violence among migrants can be fully stopped. Насколько вы оптимистичны, что гендерное насилие в сообществах мигрантов можно полностью искоренить? Первый вариант. Необходимо очень оптимистичен, а необходимо принимать меры для предотвращения и наказания. Не очень, однако, если будут приниматься меры, ситуация может быть значительно улучшена. Пессимистично. Все усилия тщетны. Большое спасибо. Предлагаю перейти к последнему нашему вопросу. Это так, последний у нас вопрос. Thank you, Anne. We can stop the poll. Больше всех вариантов вышел не очень, однако, если будут приниматься меры, ситуация может быть значительно улучшена. Я полностью разделяю ваше мнение, мнение большинства. Большое спасибо. Мэрим, вы поможете с модерированием чата? Да, уже ответила, то, что все вопросы, которые были... Мне ничего не слышно. Уважаемые участники, вам слышно, Мерим? Не слышно. Не слышно? Никому нет. Не слышно. Мерим, вас не слышно. Да. Мерим, мы вас какие-то не технические слышим. No worries. I think we might not be able to hear Мерим right now, but я боюсь, у нас технические неполадки, и скорее всего мы не слышим Мерим. Что насчет, я просто сама начну спрашивать вопросы из чата. Вопрос от Ольги. Спасибо. Есть ли какие-то программы, которые работают именно против дискриминации женщин? Какие юридические реформы, программы помощи и общественные изменения нужны для того, чтобы предотвратить дискриминацию женщин в ходе процессов трудовой миграции? Какие правовые реформы, информирование общественности и программы помощи необходимы для решения проблем дискриминации женщин при процессах трудовой миграции? Нина Борисовна Шижнавна. Прошу вас. Уважаемые спикеры, есть желающие ответить на этот вопрос? Нина Борисовна, может быть, вы поможете ответить с этим вопросом? Особенно, например, меня интересует именно отправляющие страны. Как вы думаете, как могли бы подготовить женщин-мигранток? И принимающие страны, какие изменения могли бы внести? Вы знаете, мы адвокатируем сейчас активно, чтобы женщины-мигрантки, ну и вообще мигранты, могли получать помощь в государственных приютах для жертв торговли людьми и для жертв бытового насилия. Я считаю, это один из очень важных фактов того, чтобы помочь, именно помочь в ситуации насилия. Кроме того, сейчас, опять же, на период карантина идет у нас работа с миграционной полицией, чтобы жертв торговли людьми и вообще мигрантов не депортировали из Казахстана, а им здесь предоставляли возможность и помощь, насколько это возможно.
Большое спасибо. И насколько я знаю, наш руководитель проекта «Безопасная миграция в Центральной Азии» Элли Валентайн также хотела бы пару слов сказать участникам. Элли, would you like to say a couple words to the participants? Элли, хотели бы вы сказать пару слов участникам? Элли, пожалуйста, включите свой микрофон, если вы хотите что-то сказать. Возможно, у Элли какие-то технические сложности. Мерим, у нас есть еще вопросы в чате? Нет, больше вопросов у нас не было. Спасибо. Я просто хотела добавить по отношению, Нина сказала по приему, да, страна, которую принимает. Здесь страна, которая часто, которую поставляем, да, вот наших мигрантов, которые едут туда. Все равно мы здесь должны, наверное, на вот этих вот низких уровнях, да, нам на самых низких уровнях работать с женщинами, да, которые являются потенциальными мигрантами. Особенно это касается сельских женщин. Мы должны доносить как необходимую информацию, что возможны такие случаи, куда они могут обратиться. Потому что возникают случаи повторного, да, каких-то повторных вот этих негативных случаев, когда женщина попадает и под насилие, как говорится, гендерное насилие, и попадает, возникают всевозможные проблемы и со здоровьем у нее, да, и со здоровьем детей. Поэтому особый упор надо делать на все-таки сельские районы. Основная часть наших женщин, мы говорим сейчас о женщинах, выезжает именно оттуда, потому что города, центральные города, они все-таки более являются, ну, мы так думаем, обеспеченная работа, а сельские районы, где сейчас это всегда была, есть и будет эта проблема, я думаю, надо именно работать там, сельские женщины, сельское население, и в первую очередь та же молодежь, которая должна иметь информацию о негативных последствиях миграции, возможно, что могут быть вот это вот нелегальное, да, приостановление какой-то нелегальной миграции, чтобы они по зову своих братьев, сестер, родственников не бежали туда, не зная куда, зная, что, думая о том, что там стоит большой мешок денег, и их ждут там. Вот это вот тоже основная работа. Информационные кампании, они должны быть всегда, везде, и они должны иметь большой эффект. Имеют большой полностью эффект. Полностью согласна с вами, Шеринозал. Я тоже одну хотела добавить, Бедрухан. Одно единственное это. Смотрите. Секундочку, Назифа, сейчас секундочку к обращению к участникам. Пожалуйста, могли бы написать свое имя, название организации и email в целях нетворкинга, так как многие вначале указали это как одна из задач, ну, целей, интересов в этом сессии. Большое спасибо. Назифа, передаю вам финальное слово. Да, спасибо, Нодрахман. Просто я думаю, воспользуясь данным случаем, мы должны активизировать, как Ширин сказала, информационные кампании как в стране происхождения, так и в стране назначения. Почему? Все женщины, которые пострадали, ни одна из них не сказала про шелтер в России, ни одна из них не сказала про шелтер в Казахстане. Я Ниночку знаю, сколько лет мы работаем. То же самое у нас. Наши сельские женщины не знают про наши шелтеры. Мы должны вести активную пропаганду деятельности. Если в странах назначения, все равно люди, сейчас дорога откроется после пандемии, они ринутся. Многие средства заработка имеют в миграции. Невозможно этот поток остановить. И в данном случае надо укрепить сотрудничество неправительственных организаций всех стран назначения, стран происхождения. И социальное партнерство организовать между государствами, особенно очень уязвимые ВИЧ-инфицированные. Это другая тема, это миграция, совершенно другая тема. Я хотела бы сказать, что может быть, это наша пассивность, и может быть, это нас надо научить
можно совместные тренинги какие-то провести, организовать вот такие встречи, чтобы мы могли друг с другом общаться и передавать все координаты. Большое спасибо. Большое спасибо, большое спасибо. Хочу поблагодарить всех участников и спикеров за сегодняшнюю интересную дискуссию. Мы сильно выбились из графика, за что прошу прощения с одной стороны, с другой стороны, это еще раз доказывает, насколько важная тема была сегодня поднята. Действительно, потому что когда мы говорим о гендерном насилии и миграции, мы думаем только о сексуальной эксплуатации. Однако, как мы сегодня обсуждали, есть очень много других смежных аспектов, связанных с данной тематикой, которые необходимо дальше изучать, обсуждать и принимать соответствующие меры. Спасибо, что предлагаете все эти меры. У нас будет возможность продолжить эту дискуссию на платформе Microsoft Teams. Ссылка будет отправлена всем участникам, так же, как и материалы сегодняшней сессии. Большое всем огромное спасибо. Эм, would you like to say for the close out? Эн, если вы хотите сказать что-то для завершения, пожалуйста, пожалуйста, Эн, ваше слово. Okay, perfect. Just wanted to make sure. Thank you so much, everyone, for attending. Надира, вы закончили? Да, я закончила. Спасибо большое за сегодняшнюю сессию. И также хотела вас пригласить на следующие сессии, которые будут дальше. Мы будем изучать Камбоджу, Мьянмар. И 3:30 по бангкокскому времени будет сессия про гендерную динамику. Эта сессия, вы можете к ней присоединиться через Zoom или через Microsoft Teams. Спасибо большое за ваше участие. И я прошу прощения за технические неполадки. И также благодарим спикеров и модераторов за то, что вы сегодня были с нами. И надеемся увидеть вас на других сессиях. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Okay. Thank you so much, Nodira and Indira and Akror as well. Really appreciate your support today. And really sorry. Thank you for your technical support as well. An opportunity. Thank you so much. Bye-bye. Session within you. Can we stop the summit? Yeah, can we stop the recording? I have something to say as well. Yes, let me pause the recording for 1 second. Okay. I believe it has stopped according to my computer. It's not stopped. The recording. it still says for you? Okay. But do we, I mean, as long as we don't have any speaker, the guests here, I'm fine actually. Okay, let me kindly ask participants to leave then. I will have them leave the room. Ellie, are you here? Ellie, I tried to give you a floor, yes, but we couldn't hear you, unfortunately. Ellie? Yep, I am. I'm not sure if you can hear me. Yes, I can hear you. I was saying that I tried to give you